Выбор народа. В Армении кандидаты на место в парламенте стали подавать документы в ЦИК. Само голосование назначено на 2 апреля. Политический расклад в репортаже Армена Осипянца. Правящая республиканская партия Армении до последнего держала интригу. Кто возглавит предвыборный список на парламентских выборах? Лидер партии, президент страны Серж Саргсян или премьер Карен Карапетян? Озвученные имена многих удивили. В тройке лидеров совсем не мастодонты. Список возглавил министр обороны Виген Саргсян. В пятерке списка также мэр Еревана Тарон Маркарян, министр юстиции Арпине Аванесян, депутат парламента, доктор медицинских наук Ара Баблоян, министр культуры Армен Амирян. Всего в пропорциональный список включены 64 кандидата. Его возвращение в большую политику члены партии «Процветающая Армения» встретили бурными аплодисментами. Один из богатейших людей страны, Гагик Царукян, обещает избирателям простую и понятную программу. Я знаю насущные проблемы во всех сферах. У нас нет нефти и газа, но есть медь и молибден. Если увеличить налоги и пошлины на их экспорт, то поступление в бюджет увеличится на 30%, за счет чего можно повысить зарплаты и пенсии. Первый номер списка партии «Армянское возрождение» Артур Бахдасарян, как и на прошлых выборах, обличает пороки госуправления и осуждает власти. Несмотря на то, что сам долгое время был спикером парламента и секретарем Совета нацбезопасности. Армения нуждается в новом полете. Хватит жить со сгорбленной спиной и понурой головой. Предлагаем создать профессиональную армию. Надо положить конец грабежу, возвратить вклады. Природные ресурсы должны быть приватизированы. Сегодня они расхищаются некоторыми людьми. Оппозиционер Никол Пашинян, лидер партии «Гражданский договор», баллотируется в составе политического блока «Выход». Альянс смело критикует власти, хочет добиться системных изменений без потрясений. Намеченные на 2 апреля выборы положат начало перехода Армении к парламентской форме правления. Как будет происходить процесс партийного строительства, формирования новых, выживания классических политических партий в Армении, я думаю, это самая ключевая проблема, которая будет стоять и перед армянским парламентаризмом, и в целом перед политической системой. Пока об участии в выборах официально заявили 5 политических блоков и 3 партии. У остальных для этого есть еще один день. Армен Осипянц, Амина Авакян, Мир 24.